Впервые в России будет проведена инвентаризация всех дворовых и других общественных территорий. Сведения о них будут записаны в специальный электронный реестр государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Минкомсвязь России. Как пояснили в ведомстве, это позволит гражданам влиять на городскую среду. В реестре каждый пользователь сможет сам выбрать объекты, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве, и отправить заявку в ГИС ЖКХ. Там же можно будет следить за качеством проведенных работ и оценить их. В системе создается первый в стране реестр дворовых и общественных территорий, в котором каждому двору и каждому объекту будет присвоен уникальный идентификатор и дана оценка их состояния. На данный момент в ГИС ЖКХ доступна информация о жилищном фонде, перечень коммунальных услуг и их стоимость. Разработчики обещают до конца года включить в него многоуровневые парковки, детские и спортивные площадки. В новом реестре будет информация и о фонтанах, цветочных клумбах, скамейках, фонарях и пандусах.